Серебро на мировом первенстве. В Петропавловск вернулся акробат Виталий Дель. Юный североказахстанец представлял нашу страну на чемпионате мира, проходившем в Америке, в штате Флориде. Спортсмен сумел обойти многих спортсменов и завоевать второе место. На перроне вокзала вместе с родственниками и друзьями призера встречала и моя коллега Ксения Куценко. От разбушевавшейся метели встречающие прячутся в здании вокзала. Несмотря на непогоду, поздравить с победой спортсмена пришли родные, друзья и педагоги. Больше всех Виталия Деля ждут родители. Отправляя сына на чемпионат мира, они не мечтали о таком высоком результате. Мне когда позвонили, я не поверила, подумала, что меня разыгрывают. Потому что тренер говорил, что если даже попасть в десятку, это уже очень хорошо. Видео посмотрели уже в YouTube. Второе место занял, все хорошо. И вот скоростной поезд номер 701 с сообщением Алматы-Петропавловск прибывает на перрон. Все с нетерпением ждут встречи с призером чемпионата мира. Виталий скромно принимает поздравления, говорит, что получить медаль удалось благодаря упорству, усиленной подготовке и помощи тренера. Сначала хотел попасть в пятерку сильнейших, но потом прыгнул хорошо и стал четвертым. И тренер мне сказал, что может побороться за медаль. Настроил меня, я все сделал и стал вторым. Тренер Ренат Белогонов горд за своего наставника. В нужный момент Виталий смог собраться и обойти своих главных соперников. Настроились, сделали коррективы какие-то в прыжках. Он прыгал четвертым, прыгнул очень здорово. Дрогнул англичанин, дрогнул американец. И вот так как-то неожиданно. Ну, конечно, в душе надеялись на медаль. И очень приятно, что мы завоевали второе место. Это очень почетно. Гордо поднимался флаг нашей страны. Я хотел бы поблагодарить всех, кто за нас болел. Эта медаль – первая серьезная награда в его копилке. Но не последняя, уверены родители и тренерский состав школы. У Виталия есть потенциал и спортивный азарт, а значит, ему покорится еще не одна спортивная вершина. Ксения Куценко, Жулдызбек Ермуканов. Новости МТРК.